Ребят, хочу обратить ваше внимание, готовим терки к нанесению декоративной штукатурки. Вот эта фирменная французская терка, вот как она выглядит, видите. Значит, а у нас терки из магазина, с рынка ближайшего. Поэтому вот это вот закругление ребята готовят сами. Напильником. Видите, вот эту еще надо, видишь, фасочку подделать. Напильником. И подшкуривать чуть-чуть плоскость. К сожалению, вот это вот приходится делать самим. Если вы это не сделаете при нанесении декоративной штукатурки, можно вот этот вот острый край, он будет просто срезать, сбивать у вас декоративную штукатурку с фасада. Поэтому это нужно вот заранее готовить. Ну, следующий уже закругляй, здесь уже много ты. Уже переправил, перестарался. Вот. Так что вот. Ну, а такие терки хрен их купишь. Это вот удалось на выставке, на Мосбилде, при закрытии, купить по хорошей цене. То так безумие целое покупать, их слишком дорого. Покажи еще, как ее... Ну, вот она, собственно, уже более-менее подготовлена. Смотри, чтобы заусенцев там никаких не было. Да. И грязи никакой вот такой вот не оставалось. Вот смотри. Угу. Потому что вот любая грязинка, она будет потом причиной. И вот ее хорошо как раз в круге в такие. Либо от бетон. Тогда она будет четкий рисунок оставлять. Так. Вот еще. Вот эту еще пошкурь. Обкруг. Сейчас, когда дождь, это дождь, где-то пойдет.